конечно. Надо успевать же. Андрюха, я давно не играл. О, прикинь, он тут у меня еще даже квадратиками подрисовывает двигающихся этих. Это сегодня фирменный Андреевский удар. Так, чемпионат щитня. Что там, раз, два, три. Сколько раунд? 10 минут. 1, 10. Ну. Два. Что это за... Держи вратаря, Андрей. Держи вратаря, Андрей. Я держу Фил. Раз, два. Ой-ой-ой, погоди, я вратаря не держу. А, кстати, тут время записи же идет рядом. Если что. Типа это. Что это такое? Что это такое? Я отстал. Задрос такое уже. А сетку смотрю, вешать не стали. Да без сетки, нормально. Во-первых, все турниры без сетки проводятся. Во-вторых, мы привыкли играть без сетки. Опачки, кажется, мои плюшеньки в силе. Да, мне тоже так кажется. Что все? Завтра-то. Что все? А, плюшеньки? Да, ну угловые мои, головы. Раз, два, три. Ну! Да ёшеньку. Но не за закон сделать. Я знаю, я встал в вашу эру, ваши какие-то тут супер модные уже. Ух ты, ты не так уж и отстал. А сбрасывание будет за то, что ты держишь долго шайбу. У нас никогда не было сбрасывания. Не держание шайбы. Избиение молодец. Ладно, что-то. Надо было с чего начать. Надо было начать с младенцев. Что лучше разбежать? Вагон крепчает или вагон мертвых младенцев? Да, да. Давай считай. Раз, два, три. Да, потому что рыбное нужно. Это правда. Только в моем варианте был вагон с песком и вагон с мертвыми младенцами. А попробуй песок вилами покидать. А дрова? Я тоже вилами. Там есть, если там до 10 доходим, игра прекращается? Есть такое правило? Не-не-не, 10 минут, так 10 минут. Ну, Андрей явно фаворит. Ну, явно, да, пока. Вообще, турниры, я скажу. Нет, турниры фаворит не ищите пока. Ты мне зубы, да, заговаривал? Какой ты там 5-0 ведешь? Гол престижа забить. Ну, смотри, как тут. А потом смонтируем красивейшие голы, да? Да-да-да. Тут мой гол прям найдет, да? И дебильнейшие голы тоже. У тебя еще один гол. Без головы. Ну вот на 16 всегда все так играют, знаешь. Я фаворит, я так просто... Ну да. Черная лошадка, раз, два, три. Вил что? Что творит? Черная лошадка. Саша два раза со мной играл просто. Понятно, понятно. Кстати,
кстати, половину прошел. Да. Ты ворота поддержи. Ты не держишь? Держу. А, устал. Не, я хочу это. А. Снимать как настоящий хоккей. Следи за шагом. Судя по счету, баскетбол. Нет, нормальный хоккейный счет. Для игры, там, не знаю. У меня просто 0 через десяток. Red Wings и Казахстан. Ничего, у тебя ворота-то, Андрей, открыты. И смотри, если тебе сбоку нападают, ты их прикрывай сбоку. Осталось 3 минуты. Две минуты еще игрового времени. Можно еще это, когда игроки драться начинают на него. Минута 15 до конца. У тебя 10 уже, что ли? Да. Давай, 10. Что ж так? Читеры, вы знаете секреты в этой игре. Сейчас чуть 11 не стало. Сейчас будет 10-1, вы зря так смеетесь. 11-0. 45 секунд. Можно заняться сейчас? Сейчас я сниму так, похоже. Не, у тебя будет еще шанс. Да-да. Первое место выиграть? Да. Вот, вот про что я говорил, нажмите на него. Что нужно? Нажать на него, наверное. Забивай, забивай. 15 секунд. 15 секунд. Ну забей! Можно сбрасывание потребовать в этот момент. Я собрал все силы в кулак. И громко пукнул. Все, время. Итого счет? 11...
11. 10. Ноль. Поздравляю. Та-да-да-да.